Я приветствую всех друзей. Лето пробежало, пролетело, впрочем, как и вся наша жизнь. И нам нужно заниматься делами. То есть дорогу осилит идущий. Некогда стоять, некогда плакать, некогда рассуждать. Надо просто делать. Главное ввязаться в бой, а там как получится. Итак, в прошлом нашем видео мы с вами обсудили то, что в MLM-бизнесе важнейшим фактором является трафик. И ничего кроме трафика значения не имеет. И такое как настойчивость или выбор правильной компании, это, конечно, все важно, но чтобы вас увидели везде, ваше присутствие в интернете должно быть, особенно в соцсетях сегодня. Я хочу вам представить компанию прямо вот с корабля на бал, без всяких подготовочных текстов, что вижу, то пою называется, которую строили с апреля месяца профессионалы. Это очень востребованный продукт, который будет нужен и завтра, и через 3 года. Называется компания Mighty Target, что в переводе точно в цель. 100% попадание. Вы все знаете, что даже большие компании наращивают свое присутствие в соцсетях, тратятся на это большие деньги на рекламу, не говоря уже о простых сетевиках. Все больше и больше людей регистрируются, и все больше и больше людей ищут заработок. Здесь задействованы все соцсети. Mighty Target отлично знает, что нужно делать. Смотрим пример, как можно двигать бизнес любой. Например, выбираем Facebook Share. Это поделиться то, что вы написали у себя на стене. И вы хотите, чтобы это распространилось вирусно везде. Выбираете Share, ставите URL, что вы хотите продвигать. Видео или блог и так далее. Соответствующие курсы получат все платные. Мы уже говорили об этом. Все платные, кто заходит на самый минимальный пакет $30, приводит двух друзей с собой. Начинают бизнес, получают первые 25 самых крутых видеотренингов от того, как начать писать блог, копирайтинг, рерайтинг, SEO-оптимизация и все-все там, целая куча всего, список вы увидите. Все, ставили URL, написали название вашей компании, выбираете сами, сколько монет вы хотите отдать за просмотр. Значит, здесь и бесплатные люди могут делать деньги. То есть, когда они будут просматривать каждый день здесь сайты на свой выбор, и не только сайты, мы сейчас еще покажем, что здесь есть, они будут получать монеты. Эти монеты они могут продать по курсу. Здесь будет биржа монет. Не будет, а есть уже. На этой бирже монет вы можете продавать. Сегодня, например, одна монета стоит 1 цент, завтра стоит 2, послезавтра 3 и так далее. То есть, в зависимости от заработка компании, она будет выставлять курс покупки ваших монет. Вы можете продавать монеты, менять на деньги. Деньги можете вывести только те, кто платные. Бесплатным просто оказана помощь, чтобы он мог без денег начать, заработать себе на вход и оплатиться и стать платным партнером. Есть люди, у которых нет $30. Это все компания прекрасно понимает. И у них есть шанс заработать первый пакет бесплатно. Имеется в виду на самый минимальный вход $30. И затем раскрутиться и идти дальше. Значит, ставите сами, что хотите. Человек также, который смотрит рекламу, он может пропускать. Вот три монеты ему не понравилось. Ну, не хочет он за 6 центов кликать. Он нажимает кнопку skip, то есть пропустить. И ищет, пока он не найдет 8 центов за просмотр. Он сам выбирает, смотрит как хочет. Дальше смотрим. Например, ну я по минимуму говорю, что можно выполнить там 100 заданий по 3 монеты, уже 300 монет. Там еще в кьюбе добавить 200, уже 500 заданий в день, например. Продать по 1 центу, делайте выводы сами. Так, компания не дает деньги с воздуха. Они не будут раздаваться просто так, иначе такой бизнес, вы знаете, долго не живет. Компания дает деньги только от поступаемой прибыли. Вот биржа будет котироваться только от того, как она получила прибыль. Выбирайте пол, но это если у вас какой-то бизнес, например, в Skinny Body Care, вы хотите для похудения, да, выбирайте женщин. Выбирайте страну. Это для того делается, чтобы, или несколько стран, это делается для того, чтобы, например, вы пишете объявление на русском, не ставите, вот все, оставляете все страны. Их начнет кликать американец, он не знает русский язык. Вы просто выбросили свои кредиты в мусор, потому что он ничего не понял. Поэтому, если вы хотите для американцев, здесь их будет очень много, потому что админ компании, он заводит американскую группу. Вы можете выбирать страны англоязычные. У нас есть соответствующий курс для вас. Тоже в первом же списке. Секреты заработка в англоязычном интернете. И вы можете ставить так, что с
Смотреть могут только Канада, США, Австралия и так далее. Русские люди ваш англоязычный текст видеть не будут. Это целевой удар называется. Как вы видите, здесь есть все соцсети. У нас самые популярные, это, конечно же, YouTube для русского человека. Не советую игнорировать Twitter, потому что здесь есть такая кнопка, как ретвит. И очень интересный момент я узнал. Если ваш твит ретвитернут 40-50 раз, он выходит в топ поиска в Яндексе. И даже если там побудет сутки в топ поиске, то, друзья мои, это несколько тысяч человек трафик. Это хороший, очень хороший результат. Компания создала очень интересную игру в виде таких вот кубиков. Каждый кубик — это чья-то реклама одного из вас. И когда вы нажимаете, вы должны будете отстоять на этой рекламе 10 секунд, ввести капчу. Здесь нет ботов, нет аймакросов, здесь будет серьезная защита, чтобы просмотры были целевые, настоящие. Вы посмотрите 10 секунд. И за это вы можете выиграть 10, 20, 50, 100, 200 и так далее монет. Вы можете посмотреть только 20 в день этих квадратиков. Выигранные монеты опять продать на бирже по курсу, который будет на тот день. Я еще точно не знаю, когда вы можете продать монеты. То есть там должна быть какая-то минимальная стоимость, скажем. Только когда у вас есть 500 монет, тогда вы можете их поменять. Что это такое? Но мы это уточним. Презентации здесь будут вестись, как я уже сказал, 3-4 раза в неделю. И до старта, и после, поэтому все самые последние новости вы будете получать. Также здесь будет фототрафик. То есть здесь будет по типу мини-Pinterest. На этом сайте будут маленькие фотографии, и он будет сделан по этому же принципу. Для вас будут также готовые баннеры, которые вы можете использовать, если вы будете строить бизнес именно с этой компанией. Здесь очень большие деньги, мы сейчас вернемся к маркетинговому плану. Также у нас есть тут платежные системы на вход. И для американцев, и для нас. Вот есть PayZapay, RegaPay, Solid Trust, Perfect Money и OkPay. Ну, для русских лучше всего, конечно, OkPay. Далее, у нас есть собственная кредитная карта денег на вывод. Стоит $30. И в ней же реферальная система на 3 уровня вниз. Значит, когда ваш реферал, любой, ваш приглашенный, заказывает себе эту карту, визу, чтобы выводить свои деньги в любом банке мира, процент небольшой, кстати, он регистрируется автоматически по вашей реферальной ссылке, и вы начинаете получать с него комиссию. На 3 уровня вниз, будет, может быть, очень много людей. Тысячи людей, понимаете? И вы всегда получаете здесь комиссию. То есть от него, от его человека и от него, его человека. Переходим к компенсационному плану, маркетинг-плану. Итак, вы видите, у нас есть бесплатные участники. Дальше есть Golden. Это будет, я думаю, основная часть. Есть Platinum, есть Titanium. Все мои друзья идут сюда треугольниками, поэтому разберем его как пример. Вообще разберем все подряд. Значит, это не бинар и не матрица в вашем понимании. Здесь нет никаких столов, как в матрицах, где нужно куча народа, чтобы что-то там закрыть. И здесь нету системы, как в бинаре, где должны быть какие-то очки, поинты, правая с левым сошлась и так далее. Здесь ничего нет. Это просто линии вниз. Они тоже называются матрицами, кому-то это не понравится. Но думайте сейчас, что я вам расскажу. Значит, линия 2 на 10 вниз, первая. 2 на 10 это 2048 человек. На пакете 30 вы получаете 4% от всех. От всех, вот 2048 человек выстроилось у вас, вы от каждого от $30 получаете 4%. На этом пакете 5, здесь пакет 6. Эти два мы не рассматриваем, потому что это, скорее всего, будут покупать или очень серьезные сетевики, кому нужна быстрая раскрутка, выход в топ на YouTube, везде. Поэтому в основном я сейчас говорю о том, что будет покупаться чаще всего. Это, скажем так, для компаний бизнес-пакет. Хотя денег здесь, конечно же, больше. Дополнительные уровни, это с 11 по 15, это я считал, будет примерно 16 тысяч человек общее. И вы получаете еще 1%. Дальше, реферальный бонус, 5% получает даже бесплатный человек, отлично приглашенного. 10% получает 30, 12,5. И 15%. То есть на этом пакете это будет примерно вместе с первой линией и третьей где-то $31. И причем это все, ребята, каждый месяц. Потому что плата ежемесячная. Вы каждый месяц должны покупать
пакет, потому что вы получаете также монеты на продвижение своего бизнеса. То есть вы не просто отдаете деньги, вы получаете взамен серьезные монеты. Плюс, сейчас я объясню вам кое-что. У нас есть еще прямые продажи на 5 уровней вниз. Ну, 5 уровней вниз — это очень много. Это любая. Сколько там? Один позвал 50 человек, второй по 2, третий по одному и так далее. Сами понимаете, несколько тысяч человек может собраться. И бесплатники тоже получают 5% на первом уровне. 30 тоже 5, и 5, и 5, но они получают только на одном. Эти получают на 3, эти на 4, а здесь уже получают на все 5 единиц. То есть тоже серьезные деньги. Что такое прямые продажи? Это где-то кто-то на любой вашей глубине, вот эти 3000 человек, кто там к вам пришел, покупает себе кредиты для продвижения, чего он хочет там продвигать, или Facebook, или YouTube, или Twitter и так далее. И вы получаете вот эти вот 5% оттуда. Так, дальше. Каждый день компания дарит монеты бесплатно, помимо серфинга. Бесплатным не дарит. Кто на 30 дарит 20 монет, кто на 75 дарит 60 монет. И нам дарит 135 монет каждый день. Опять-таки, 135 монет, это даже если по несколько центов, это уже какие-то деньги. Они за месяц 4000 насобираются здесь. 4000 монет. Вы продали их на бирже. Если у компании очень хорошие продажи, одна монета может стоить 10 центов. То есть это будет интересно. Вот это есть биржа обмена монеты на деньги. Значит, 20% компания держит для бесплатных. Я же говорил, деньги с воздуха никто печатать не будет. Те, кто зашел на 30, со всех их монет компания держит 20%. Кто на 75 – 15, кто на 150 – 10%. Вы можете рекламировать, бесплатный человек может рекламировать один свой, любой сайт на 33, на 75 – 10 сайтов, любых сразу, и Twitter, и Google, и Facebook, и что только хотите. Дальше у нас есть Facebook-магазин. Это очень интересное дело. У каждого платного человека будет свой собственный Facebook-магазин. Это спецскрипт установленный, где вы можете создать любой товар и продавать что хотите. Там будет даже вшита ваша платежная система, чтобы люди сразу же нажали «Купить», и вы получали деньги куда хотите, куда вы укажете. Это очень интересное дело, и вы можете продвигать этот же магазин через трафик Mighty Target. Все продумано для вас, это... Очень интересное дело. Все бонусы собраны. У компании будут 3 платформы. Это только первая, номер один. Пока она запускается, пока мы здесь начинаем работать, пока мы начинаем все расставлять, программисты заканчивают второй рекламный модуль. Он будет еще круче этого. Переходим на второй модуль. Будем заниматься и этим, и вторым. Он занимается третьим. То есть люди хотят развивать этот бизнес долго, потому что он востребован. С каждым годом все больше и больше бизнеса уходит на соцсети. Потому что я тоже пришел в бизнес именно через соцсеть. Я не звал никакой брат, сват или сосед. Я сам хотел изменить свою жизнь. Я увидел рекламу в соцсетях. Мне никто в душу не лез, никто никуда не тянул. Я просто увидел рекламу, перешел по ссылке. Мне понравилось, я начал пробовать. И так вот это все началось. Поэтому соцсети — это самый мощный трафик на сегодняшний день.